Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев. И сегодня мы находимся в городе Сергиев Посад на фестивале «Каскад приглашает друзей». Клубу «Дзюдо Каскад» исполнилось 30 лет. И вот мы сейчас сделаем небольшой видеорепортаж. В частности, в этой первой части мы сейчас посмотрим, как выполняют некоторые элементы дзюдо, техники дзюдо, так называемые ката, на присуждение ученических степеней кю. И сейчас мы посмотрим, как выполняет так называемое командное выполнение этой техники. Давайте сейчас выйдем на татами и будем наблюдать. Только что закончили выступление ребята из клуба «Кентару», город Выборг. И сейчас выходит клуб. Сейчас мы узнаем название этого клуба. Но сначала давайте посмотрим выполнение упражнений. Такой стиль командного выполнения упражнений я наблюдаю первый раз. Но с точки зрения так называемой театральной постановки, очень даже интересный вариант. Вы видите, там немного сзади выступающих сидит судейская группа, которая фиксирует выполнение упражнений, ну, правильное, так назовем, выполнение упражнений. Так, вот закончили свое выступление ребята из клуба. Сейчас посмотрим. Ребята, а какой клуб? Щелуч, самбо щит. Самбо щит? Да. А город? Сергиев Посад. Спасибо. Вот, это даже ребята из самбо щит города Сергиев Посад. А сейчас выходит клуб «Комета» из Рязани, который будет тоже демонстрировать технику выполнения упражнений. Так, какая-то пауза сейчас. Так, сейчас небольшая пауза.
И пока мы переключимся на вот такой вот плакат, который здесь находится, где написан кодекс, моральный кодекс дзюдоиста. Ну ладно, продолжаем. Наблюдает сейчас за рязанскими дзюдоистами главный тренер Рязанской области, вот Андрей Попов, внимательно следит за тем, как выполняют упражнения подопечные спортивной школы «Комета». И посмотрим мы тоже. Закончили свое выступление дзюдоисты из Рязани. И сейчас выходит новая команда, новый клуб. Сейчас мы посмотрим. Это клуб «Пересвет». Клуб «Пересвет», московский регион. Надо будет узнать потом именно, из Москвы или Московской области. Ну, наверное, это Москва. Давайте посмотрим за выступлением этих ребят. Большинство из этих приемов входит в раздел ката под названием «Нагину ката». Но сегодня большинство упражнений расписано в классификации цветных поясов. Белый, желтый, оранжевый, зеленый, синий, коричневый. А уже начиная с черного пояса, там уже идет непосредственное выполнение классических ката, таких как нагино ката, катамино ката, кимино ката, дзюно ката, исуцуно ката, ну и другие виды ката, которые уже давно известны в мире боевых искусств, а также некоторые ката, которые мало известны. Thank you.
закончили выступление ребята из клуба «Пересвет». И на этом мы тоже заканчиваем первую часть своего репортажа. Итак, мы с вами посмотрели только что выступление юных дзюдоистов в разделе техники упражнения дзюдо, так называемого соревновательного дзюдо, который сегодня известен еще как олимпийский вид спорта. И ребята демонстрировали упражнения из группы Нагино Ката, из городов, из клубов дзюдо Луч, Сергиев Посад, Каскад Сергиев Посад, Пересвет Москва и Комета Рязань. Вот, пока на этом первая часть нашего видеорепортажа заканчивается, и во второй части мы увидим еще что-то очень интересное. Смотрите видеоканал «Планета дзюдо». Thank you.